Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я вам хочу рассказать и показать, как легко и просто поделиться своим видео с канала YouTube в социальную сеть Facebook. Итак, сейчас я нахожусь на канале своем «Радости частного дома» и хочу поделиться вот этим вот видео в свою группу на Facebook. Итак, нажимаем на нее, на это видео. У нас загружается оно. Сразу тут же я его останавливаю, опускаюсь вниз. И как вы все видите, под видео есть кнопка «Поделиться». Но прежде чем поделиться, я хочу скопировать описание и рецепт. Нажимаем правую кнопку мыши, нажимаем «Копировать» и все у нас скопировано. Я копирую всегда рецепт. Это делается прежде всего для удобства ваших подписчиков и зрителей, чтобы им было удобно увидеть ваши ингредиенты. То есть мы это делаем ради своих подписчиков и зрителей. Теперь нажимаем кнопку «Поделиться», нажимаем на кнопку «Facebook», и у нас открывается, ох, у меня интернет слабый, вот такое вот окно. Как видите, у нас тут же появилось вот такое вот превью наше, которое с оладушками. И теперь, смотрите, вот здесь вот, где ваше имя и фамилия, нажимаем сюда и вставляем описание и рецепт. Сейчас я убираю вот этот пробел, он в принципе нам не нужен, он будет только занимать лишнее место. Я скопирую на всякий случай и теперь вам покажу, как можно поделиться и куда. Прежде всего можно поделиться на своей странице, которую вы создали, отправить в личном сообщении кому-то, поделиться в мероприятии, поделиться в группе, поделитесь в хронике друга. Поделитесь в ленте новостей или истории. Но я буду сегодня вам показывать, как я делюсь в группу. И вот здесь вот появилось вот такое вот окно. Набираю я «Лучшие семейные рецепты». Это моя личная группа на Фейсбуке. И теперь нам осталось только нажать вот на эту вот внизу, на большую кнопку на Фейсбук. Нажимаем. И видео у нас отправилось в эту группу. Если я хочу поделиться этим видео на свою страницу, нажимаем, появляется. Опять нажимаем на Facebook вот эту вот большую кнопку синюю. И это видео появится у нас сейчас на моей странице. Если вы хотите поделиться, к примеру, в какую-то группу, другую, которую вы выбрали, но вы обязаны на эту группу обязательно подписаны, иначе она у вас не появится никогда. Допустим, выбираем «Вкусная кухня. Простые рецепты». Нажимаем, опять нажимаем на Facebook, и это видео у меня появится теперь в этой группе, на которую я уже подписан, естественно. Вот я сейчас вам на примере хочу показать. Заходим вот в мою группу «Лучшие семейные рецепты». Опускаемся вниз, и вот это видео у меня появилось. Описание, рецепт, превью и вот такие вот выделенные черным цветом буквы названия нашего видео. Можно, в принципе, если кто-то захочет посмотреть это видео, нажимает на картинку просто-напросто и переходит прям на YouTube. И все, вот это видео, пожалуйста, смотрите. Ну что ж, кому понравилось это видео, ставим палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.